Ребят, зайдите все в форму поменяйте, да, сразу нахуй уберите. Не-не-не, тур играется командой. Мы должны показать дизайн после такой пафосной заставки. Так. Черная икра формирует собой образ. Она как бы живая, дышит. Это за монолит? Не, ну слушай, это настолько пафосно, что должны показать дизайн, короче, после такого. Походу сейчас. И она начинает формировать из карбончика, да, вот этот черный пароль. Абит, у Мартинеса скорость такая же, если человек у Мозеса, только он еще ударить может, я что-то хз. Так технологично ее будут отливать на заводе. Не, она так и будет работать, это будут маленькие шарики, которые будут формировать собой, короче, консоль. Это терафлопс, один шарик, один терафлопс. Из жидких наномашин. Гроб нам покажите. Покажите нам гроб, пожалуйста. Не, я, мне все равно кем, я просто сказал, что там по скорости они особо не различаются, только у Мартинеса типа еще удар есть. Ну похуй. По всему нет. Все норм. Скорее всего, да. Там изогнутая этот. Не, ну там можно. Там одна из поверхностей более прямая, по-моему. Да, 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 можно быть, скорее всего, Кость. Ну вот, да, да, посмотри, там сбоку прямая, да. Как сказать, класть, ты уположишь, а ту, которая не касается пола, нажмешь, только хороший. Это самый будет полет у нее. Нет, выглядит чертовски стильно. Ну что, те люди, которые думали, что она будет похожа на них, как вы себя ощущаете? Люди, которые говорят, что она будет приезжать, как вы себя ощущаете? Она прямо стоит. Я не знаю, как она будет охлаждаться, но тут нормальный корпус, очень красивый, очень стильный, такая форма. Она не будет класс, это проблема для меня, потому что у меня просто нет, значит, чтобы она стояла. Он лишь нам показывает перенос. Ну, это система классная. А, стоп, бездисковая версия, если будет еще. Да. Да, диджитал. В чем смысл так, DualSense плюс проводной контроллер. Зарядная станция. HD-камера. Ну это, видимо, это комплект. Нет, это не комплектация, это аксессуар уже пошел. Медиа-ремонт, зачем нужен, не понимаешь, это просто не только. Ну да, это полная линейка аксессуаров для PlayStation. Нет, это типа пульт от сумки. Может быть, но тебе, скорее всего, дадут в комплекте. Well positioned to make that interception. Looking for space out wide. Here it is now, surely. Pressure stays on. It is a corner. Ну хорошо, нам рассказывают про то, что они хотят, чтобы мы испытали. Замечательное преимущество для поколения. Has gone out. Они еще много чего покажут. Но приглашают вас в PlayStation 5. Еще раз показывают дизайн консоли. Ну без дисковода я, скорее всего, возьму. Она без дисковода еще круче выглядит. Учитывая, что диска, я думаю, это снится. И диска все очень. Мне никто еще не пришел. Кстати, бывает так, что сейчас посмотрим, в общем, нам показывают спальню, что это Гран-туризма,
Так Boy Adventures, игру, которую название я забыл. Да, 15. Demon's Souls. Да, больше Dark Souls. Я напомню, что Horizon, кстати, это Dark Souls, только слухом. А Ричард, что вам это Dark Souls только с порталом? Вот это самое главное. В NBA, кстати, есть фигуры, можно уйти. Можно уйти от противника, и уж футболист, могу честно сказать, что это, скорее всего, это тоже Dark Souls. Good distance on it. Да, вам покажут некоторые игры. Вот это вот прощение, которое муторное, оно меня очень впечатлило сейчас. Милек? Деревня меня тоже прям впечатлила. Деревня выглядит неплохо. Там еще была игра, похожая на Final Fantasy, но не Final Fantasy, хотя, возможно, это Final Fantasy. Там вообще это, по-моему, прямо из Final Fantasy будет взят. Ну да. Demon's Souls ремастер. It's come through. Что я могу сказать? Минус в том, что каждая женщина за 30 плюс будет понять по поводу того, что она белая и пылится, соответственно. На белом видно. Нет, на черном видно. Просто я тот человек, который чистит голову раз в полгода. Что касается, не знаю, with the smoothest 1-on-1 finish, he is one very cool customer. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. Into the land with a 2-goal lead. Things should be comfortable from here on in. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition look completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. Так я ж не знал, что будет мне мяч, все нормально. And it's been taken straight back. Now it's Eriksen. Moses provides an outlet. And that has been cleared. Fabian Ruiz. Да я уже вижу. Good idea, just poorly executed. Lorenzo Insignia. Offside that time. Meet map. Played out to the right. The referee's awarded a free kick. Considering the position he was in. The defense
Pes can get it clear. Ticked one through here. Oh, he's broken through. Hits one! Hits it! Just one in it now! The game takes on a whole new complexion! There was to be only one outcome. Yeah, and he knew all along what he wanted to do, and it's a really great instinctive finish. Themselves back into contention. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go now. Politano. Politano has a pop! Great build up. It all deserved a better ending. It was created because of good lively movement, which pretty much dictated the pass. Внизу есть. Well weighted. It's Moose. Goes for goal! Politano. That a foul? Yes, the referee's given it. Ничего не говорит, мы ведем 2-1, успокойся. Мы в большинстве. Окей, окей, окей. Давай. And he's there to clear it. Driving on, he could shoot here. Внизу вообще пусто. I'm sure he'll deny it, Peter, but the keeper didn't have that covered. Brings it forward. Napoli have it back and they could go again. Пиздец, наши два врезаются, их чё выходит с мячом с этой хуйней. Я тебе давал, сори.
Это пиздец. So it's going to be interesting to see how the teams come out for the next period. While it remains very delicately poised, based on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised if this takes another twist or two. It certainly would be in keeping. Into Milan, into the half-time break with a narrow lead, 2-1. Кто ты последний защитник левый? Еще сзади тебя должен быть. Я левый защитник. Так я говорю левый. А центральный чуть дальше должен меня стоять. Если я вниз спустился. Если я прикрываю игрока. Ну если так я говорю, или делать, пытался все время на сайт стоять. Или спускаться вниз, чтобы по какой-то не менять. Да, ниже. Вот я говорю, что скорее всего проще подключить. Не делать, а все просто играть. We are underway again. Meet me. Politano has made his impact already. Malqui needs to come up with a better ball. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. And here's Alexis Sanchez. Now can he finish? Has a hit! Хорош. He scores! And there's the goal they've been looking for. A high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Changed the dynamic somewhat. Вынос. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can вынос. And just blow them away. And now they can launch a counter. It's been intercepted, and that will come to nothing. Did he that because it had a играем. Of progressing. Асансиро не уходит. Хорошо поджать. Хорош. Ребят, выбейте нахуй. Не, ребят, ну они тоже там врезаются весь матч, все нормально. Мы не играем с какими-то, я не знаю. Надо без диска брать. Ой, без дисковода. По-любому она мощнее будет. Да, коннект прям тяжелый, честно говоря. Ребят, у нас осталась замена, но у нас нет паузы. Вы не охуели?
черт сидит там. Пиздец, блядь. So now we're going to get those changes we have been expecting. Ебать, там выбежал по стене. По-своему можно. Пойдет. Я кину по-своему сильно сразу. Не трогай его как его. Мне кажется, да. Это он обосрался. Fabian Ruiz goes long. And Danovic sends that a long way. Could move up a gear here. Didn't he miss the goal? Move for offside. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. Away. Oh, it's quick defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, he was thinking about headlines, I'm sure, but he ought to focus more on breaking lines. Не забываем выбить через верх. Вот, хорош. Ball needed to be better there. It's a wasted chance. Серёг, вернись. Well, there's no sign here of forwards working back. They are staying upfield. They are, Peter, and it gives them a chance to break, but it's also causing an extra defensive presence to prevent that. Skriniar. Rosio, Martinez, Lukaku, lovely feet. He gets past his man, Martinez. Well read, he sorted that out. Insigne set up one goal so far. Better ball would have led to a very different outcome there. That was just poor decision making and a weak execution. So good play on the left hand side now to profit from it. Valero, Eriksson, Kandreva. Oh, it's one! Nearly, nearly a more than decent attempt, Peter. Have turned to their bench and we're going to have a substitution. Fawzi Ghulam tries to stroke it through. Insigne going to get on the end of this. Going out for a throw in. Ah, I'm not going to be able to get the game. I'm going to be able to get Кандреева.
Вот так. Now a chance to break. And the through ball is intercepted. Now it's Eric. Все, Коригов, не иди вперед, мы выиграем 3-1. Идите. Что так много? Не страшно. Эриксон proving impossible to wrestle off the ball. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. Christian Eriksen quickly realized that he was headed down a dead end. Maybe he was waiting to be fouled. And it's Llorente. Into Milan, with it back again. Блять, что это? Fence has got rid of that. They've got it back as soon as they gave it away. Insigne, Lozano. He acknowledges that he should have come up with something better there. Oh, that just required a bit more to reach his target. Gets the better of his man. This could fall anywhere. Ребят, мы ведем 3-1. Коригов и все, кто ниже его, уходят отсюда. Да блять, ты заебал с этими оценками. Лукаку! Ауф. For a moment, time stood still. Ah, that was great pressure to force the initial error, Peter. It's the perfect example as to why this is a favorite tactic of a lot of teams these days. He's played it through. That intervention was very necessary. Really wasn't very much in that. Far away from being a killing final ball. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. He's left his back. Simply had to make that count, and he did it with some authority too. Wonderful. And here's Mertens. Mertens has a goal. They've done it. And what a climax we have here. Well, he was never going to miss from there. So much to aim at. It's a simple game. The striker's job is to find the space as often as possible, and he did exactly. Че никто не встречает, блядь? Че он просто идет, блядь, все смотрят, блядь. В итоге все равно ЦЗшники нихуя не заблокировали удар. Выдвигайтесь на него, блядь. Наполи give themselves a chance of a fairy tale finish. It was just a question of running down the clock now. It's Llorente! It's in! Dying minutes! And we're all square again! Yeah, I really can't say enough as to how good the final ball was. It took the defense out of the equation for that split moment. The damage was all done. So all square with almost no time remaining. Lukaku has got himself a free kick. Mm-hmm.
keeper's ball. They seem to have lost their sense of direction. It should be higher up the pitch. Lozano. It's Llorente. Llorente. Shapes to shoot! Oh, shame, that wasn't nicely worked. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Lukaku. Looking to win it with time against them. It's a... He's gone for it! And that will be the final act. Terrific match. Universal commitment to attack. All square. Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. Many thanks to Jim. And with that, it is a very good night to you.